Театром абсурда можно назвать антироссийские настроения, которые возникли в современном мире. Эксперты высказываются жестче – это геноцид. Когда тебе отказывают в элементарном только потому, что ты русский – это то, что так активно подогревается в западных СМИ. Сегодня говорить на русском языке в Европе становится опасно. Дискриминации подвергаются даже те, кто уехал за рубеж после распада СССР и уже много лет живет и работает за границей. Дарья Белоусова-Петровская о русофобии на государственном уровне. Более 10 лет Анна Байда живет с иммунным заболеванием. В народе называют волчанкой. Это когда собственный организм начинает убивать свои же здоровые клетки. Чтобы остановить процесс, необходим специальный гормональный препарат. К сожалению, российские и индийские аналоги из-за индивидуальной особенности организма Анне не подходят. Для полноценной жизни нужен препарат финского производителя. У девушки есть международный рецепт, по которому друзья раньше без проблем покупали это лекарство в Европе. Но сейчас продавать его отказываются. Не за отсутствие, а потому что рецепт выписан для гражданина России. Причем это была не одна аптека, это было несколько там, различных аптек. И люди в Финляндии просто отказываются продавать препарат, видя, что рецепт выдан российским медицинским учреждением, и что это лекарство оно будет направлено в Россию. Когда ты сталкиваешься с этим, первое, что это непонимание, потому что кажется, что мы все люди, люди во всех странах, они одинаковые, у кого-то там заболевание, и это не имеет отношения к национальной принадлежности. Потом просто пытаешься с какой-то холодной головой найти способы решения. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова – мать и опекун 22 детей, 5 из которых кровные. По ее инициативе в стране работают несколько социальных проектов, которые помогают людям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни. Но сегодня ей пришлось встать на защиту русскоговорящих детей, которые живут и учатся за границей. Я обратилась с официальным письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Это было продиктовано сложившейся ситуацией. Мы видим, что травля детей стала такой масштабной, особенно в толерантной Европе, как это ни странно. Так, например, в Норвегии девочка была избита, когда разговаривала с мамой по телефону на русском языке. Вот подверглась нападению. А, например, в шотландской школе девочка избивали на камеру, она, правда, дала отпор, но это видео есть в Фейсбуке. Дети – самая уязвимая категория. И вот это самое страшное. По словам экспертов, нарушение прав наших соотечественников сегодня носят массовый характер в США, Канаде, Австралии, Германии и других странах Европы. Причем чаще всего факты дискриминации происходят на бытовом уровне. Травле подвергаются дети, студенты, дипломаты, деятели культуры и спортсмены. Фактически речь идет о том, что русофобию разрешили на уровне государственной политики. Нельзя такое допускать. Это настоящий фашизм начинается. Это с этого и начинается. Это ведь не борьба Европы с российскими и белорусскими политиками. Это борьба Европы с Россией и Белоруссией, это борьба с русской культурой, это борьба с русским языком. И, кстати, жертвами становятся не только русские и белорусы. Жертвами становятся, например, русские немцы, если они говорят на русском языке. Жертвами становятся даже украинцы, если они говорят на русском языке, или представители других народов. Жертвами становятся люди, которые, сделав свой выбор, уехали из России и Белоруссии уже достаточно давно, и несколько лет, или даже десятилетий, живут на территории европейских стран, постарались интегрироваться в эту культуру, но тем не менее они получают тот же самый ответ: вам здесь не место. Чтобы защитить права русскоговорящего населения за границей, в Общественной палате России заработала горячая линия, а также был создан телеграм-канал Relocation. Теперь каждый, кто столкнулся с дискриминацией по национальному признаку, может оставить там свою историю. Вся информация будет проверена, а пострадавшие получат правовую и юридическую помощь. Дарья Белоусова-Петровская, Александр Любителев, агентство теленовостей, Москва.